Здравствуйте! Вы смотрите Печорское телевидение информации для жителей и гостей нашего города. Отличная новость! Столовая 7 тарелок теперь работает и в железнодорожной части. В спортивном комплексе «Строитель» по адресу 8 марта 4А. Не стойте часами у плиты, приходите в столовую 7 тарелок за домашней едой. А свободное время посвятите близким. Кстати, по выходным дням скидка на выпечку 20%, на основное меню 10%. Режим работы с 11 до 21 часа. 7 тарелок, железнодорожная часть, улица 8 марта, 4А, спортивный комплекс «Строитель». Ресторан «Надежда» рад сообщить вам о проведении акции. В январе и феврале при заказе банкета действует скидка 5% и разрешены свои напитки. Также предоставляется скидка на раннее бронирование дат на летние месяцы. Справки по телефону 7-48-51. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – салон товаров для сна «Аскона». Салон товаров для сна «Аскона» теперь и в Печоре. Огромный выбор диванов, матрасов, кроватей, аксессуаров для сна. Всем покупателям скидки до 50%, беспроцентная рассрочка. Салон «Аскона» – Печора, торговый центр «Рио», улица Ленина, 22. И о погоде. Завтра, 18 января, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью и завтра днем будет 9-11 градусов мороза. На дорогах снежный накат. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и газета с самым большим тиражом в городе. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Олеся Павленко. Всего вам доброго. До свидания.